На Ямале теплая и ветреная погода стала причиной лесных пожаров. На территории округа горит около 10 гектаров леса. Один пожар разыгрался в Таркасалинском лесничестве. Он располагается примерно в 11 километрах от села Харампур. Угрозы населенному пункту нет. Небольшой пожар действует и в Надымском районе на площади 0,5 гектаров. Напомним, на территории автономного округа из-за повышения температуры с 13 июля введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств сроком на 21 день. Кроме того, с 5 июля по 1 сентября на территории автономного округа введен особый противопожарный режим. Ямальцев призывают при обнаружении возгорания незамедлительно звонить в пожарно-спасательные службы по телефонам 112-01 или напрямую линию лесной охраны по номеру 8 800 194 00.